Транспортные прокуроры Приволжья не нашли ничего криминального в ролике ульяновских курсантов летного училища. Эротический танец на песню «Satisfaction» «Удовлетворение» появился в сети в начале недели. Студенты Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и портупеях выделывают па в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение. А вот Приволжская транспортная прокуратура фактов нарушения правил внутреннего распорядка, предусматривающих дисциплинарное взыскание, в ролике не обнаружила. Появление этого видеоролика на свет говорит о том, что в институте все-таки слабо организована воспитательная работа. В прокуратуру внесено представление ректору института. В этом представлении в том числе поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц из состава педагогических работников. Ранее в защиту курсантов также выступил губернатор Ульяновской области Морозов. Сами молодые люди объясняли, что просто шутили и не собирались выкладывать видео в интернет. Поддержали их и студенты других вузов. В интернете появилось еще несколько клипов. На одном учащиеся сельхозтехникума из села Рязаново, на другом молодые люди в майках с символикой МЧС. Пользователи сети уже шутят. Скандал позволил взглянуть на российских студентов с другой стороны, причем в прямом смысле.